Сегодня, когда в Европе, да и уже и у нас почти в городе так буйствует коронавирус, пришло время поговорить о вечном. А, например, об имени. Имени, которое остается после того, когда цивилизация исчезает. Роза не прежняя, имя порожнее нам лишь осталось, как писал монах 12 века. Вот не об этом ли выставка, о том, что вечно, и о том, что умирает? Может быть и об этом, но я бы не стал, конечно, усугублять вот этот весь коронавирус, на котором сегодня все спекулируют. Нет, надо говорить об искусстве вообще всегда как о вечном. А мне Марины работы очень нравятся, это эмоционально, это всегда гармонично, это такой всплеск личного выражения, поэтому мне немного обидно, что не так много людей в этой прекрасной чудесной галерее, на этой замечательной выставке. И про манекены. Недавно мы говорили на одной из выставок про манекены, и вот что можно сделать с манекенами. Прекрасная, замечательная инсталляция или перформанс, как хотите. Выставка про жизнь. Вот она лишена какой-то такой внятной, четкой концепции, потому что в последнее время я как-то не верю в концепцию, я не верю в то, что мы можем что-то разложить по полочкам, потом, значит, с этой полочки снять в том виде, в каком это разложили. Это, конечно, людей как-то утешает и успокаивает, но на самом деле жизнь все время преподносит сюрприз, мы это видим. Да, то у нас одно, то у нас другое, то у нас третье. И прогнозировать ничего невозможно, поэтому, может быть, самое правильное – это просто отдаться на волю волн и просто думать о каких-то самых важных вещах. А эта странная грамматическая считалочка, она, как ни странно, обозначает самые главные вещи – имя, семя, племя, пламя, бремя, знамя, время, ну и вымя, что тоже, в общем, немаловажно для всех, для нас. Понимаете, я вот такой как бы счастливый дикарь, архаический человек, который, ну, так получается, что раз мы живем здесь и сейчас, и для нас традиционно главной формой является картина, я пишу картины, но тем не менее, мне кажется, довольно странный вот такой искусственно изготовленный прямоугольный кусок, да, какой-то там красоты и идеи. Гораздо естественнее, мне кажется, все раскрашивать, просто вот то, что нас окружает. Я очень люблю раскрашивать, в общем, все, что мне дадут, я раскрашу: мебель, чемоданы. Вот захотелось раскрасить людей, потому что, ну, это очень важный такой магический шаманский акт — на людей нанести какие-то, ну, на псевдолюдей, конечно, нанести какие-то знаки существенные, важные. Ну, то есть это какие-то знаки силы, не знаю, знаки смыслов.
выбирая между волком и собакой, между миметическим искусством и диегетическим, между Аристотелем и Брехтом, я бы отнес творчество Марины Колдобской вот куда-то в ту сторону, там, где наскальные надписи, Матисс, где такое живое искусство, которое не подражает природе, которое меняет природу. Вот мы видим, что это всего-навсего какое-то завихрение краски, и тем не менее понять, что это роза, наверное, может даже и ребенок. Как можно делать вот таким одним лишь мазком искусство? От того, что человек чувствует линию, чувствует цвет, от того, что в нем есть понимание гармонии и образа. Вы так углубились в древность, я вспомнил наскальные рисунки в пещерах, где действительно несколькими линиями человек, древний человек, давал нам понять, о чем он хочет рассказать. Поэтому работы Марины в этом плане, наверное, действительно архаичны, но и современны в то же время.